Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямовано на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподіваються в Москві, дозволить її силам досягнути домінування в небі. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розраховують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, передає Reuters. Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитись, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримують те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздайною, наголосив він. Нагадаємо, що під час останньої ракетної атаки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, зазначивши, що дякував за надані засоби ППО і просив розширити допомогу. «Я переконаний, що настав час і для патріотів», – заявив Кулеба. А зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» Андрій Піонтковський, політолог, який перебуває у Вашингтоні. Слава Україні, Андрію Андрійовичу, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо». Героям слава, добрий день. Інцидент з ракетою, яка вбила у Польщі двох людей, на щастя, не став прологом до Третьої світової війни. З другого боку, надзвичайно важливий момент, який, в принципі, напружив дуже багатьох експертів з різних боків океану. Це певний розсинхрон у заявах попередніх, так, з боку президентської адміністрації Сполучених Штатів і президентської адміністрації української. Ну, будемо сподіватись, що слідство розставить крапки над «і». Ну, вот это самое неприятное, и это максимально используется российской пропагандой. Я думаю, что та точка зрения, на которой остановился сейчас коллективный Запад, она была заявлена в Совете Безопасности, что в любом случае виновна Россия, разбежавшая эту войну, а Украина вправе любыми доступными средствами защищать свою территорию. Она политически нас удовлетворяет. Что меня огорчает, что, в общем-то, это сработало на Москву, знаете, в каком смысле? Весь фокус общественного мирового внимания по несколько дней был отвлечен именно вот на это событие, в то время как грандиозным событием является возобновление после 15-дневного перерыва программы геноцида украинского народа, уничтожения инфраструктуры Украины. Нужно было использовать эти дни для максимального мобилизации Запада и всего свободного мира, и всех наших союзников как раз на осуждение этого военного преступления России, которое было названо военным преступлением после первой волны этих атак в заявлении «Большой семерки», которое я назвал в свое время «Большой восьмеркой», которое 12 октября, охарактеризовать это как военное преступление и разработать адекватные и меры защиты Украины от этой угрозы, как предоставлением систем ПВО, как и более радикальное, на мой взгляд, решение этой проблемы – предоставление дальнобойных ракет «Этекс» и «Скалп» Украине, которые будут сдерживать Россию от подобных атак. Когда она будет знать, что за атаку на Киев, она может получить атаку на Москву. Вот это более важная сейчас задача, чем продовження вияснення деталей вот этого польського інциденту. З другого боку, ми розуміємо, що те, що зараз намагається запустити Кремль, є безпосереднім геноцидом. Вже в Кремлі навіть і не стидаються, вони вже не приховують цього. Вони говорять, що це має бути інструментом тиску, тобто вбивство мирних, цивільних українських громадян в своїх домівках від холоду, що це буцімби мало бути інструментом тиску на наше військово-політичне керівництво. Ви знаєте, по-моєму, у них вже немає ілюзій. Почалася ця кампанія, ну, когда 10 октября, они были, целью ее было заставить Украину пойти на переговоры. Что значит на переговоры? На украинская армия наступает, увеличивает свой наступательный потенциал. Переговоры – это значит остановить наступление украинской армии и, возможно, прекратить поставку вооружений. Ну как же, скажете, дадим миру шанс, вся их пятая колонна заключить и так далее. Почему они возобновились вот как раз в прошедший понедельник? Потому что, вы же помните, вот эта целая неделя, больше недели, от 5
ноября вот до 14-го, эта масса была утечек, фейков, интервью о так называемых переговорах, о большой сделке, малой сделке, о компромиссах. Началось это с визита Салливана. Підхопив цю естафету шеф ЦРУ Вільям Бьорнс, який злітав у Туреччину, і після того почався його візити в Україну. І він якраз зачепив, наскільки ми розуміємо, оці от масовані обстріли, зокрема і по Києву. Всю эту неделю Москва надеялась на две вещи. На успех вот Салливана и Бёрнса в этих переговорах и на приход трампистов в палату с большим большинством. Все трампистские кандидаты, которых он лично назначал, отодвигая традиционных республиканцев от участия в выборах, провалились. И теперь в республиканской партии победило ее традиционное рейгановское крыло. Очень резкие высказывания против Трампа большинства лидеров партии, включая его сторонников. Я могу вам сказать, что он точно уже никогда не будет номинирован республиканской партией. Ну и кроме того, теперь вот республиканцы имеют небольшое, гораздо меньше, чем они надеялись именно из-за неудач Трампа, трампистов, большинство в палате, и они будут атаковать президента Байдена по украинской позиции. Но атаковать он будет за недостаточную поддержку Украины, а не то, как делала Трамп и его команда во время этих выборов. Вот этот мелкий гаденыш, его сынок, вчера опубликовал твит такой: «Украина напала на нашего союзника по НАТО Польшу. Доколе мы будем тратить миллиарды долларов на это агрессивное государство?» Вот эта линия Трампа, она потерпела поражение. Но я думаю, что и коллективный Байден понял, получив результаты вот этого зондажа Бернса и Салливана, понял, что это бесполезно. И последние заявления Байдена и Столтенберга не могут нас не радовать. Байден, еще поднимаясь по трапу самолета, который возил его в Бали, сказал: единственный способ остановить войну, Путин должен вывести все свои войска с территории Украины. А Столтенберга неожиданно для него сделал такое очень боевое заявление, когда на него набросились с вопросами такие же сторонники переговоров. Он сказал: вы знаете, большинство войн заканчивается не за столом переговоров. Исход войн решается на поле битвы, on the battleground. І тут питання, що сказав третій незримий учасник відповідного процесу. Йдеться про комуністичного лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Тобто зустріч з Джозефом Байденом – це, без сумніву, історична зустріч в історичний переломний момент світової истории. Это невероятно. Я бы не поверил еще месяц, несколько недель назад, что это возможно. Байден и Си, лидеры вот этого биполярного мира. Кстати, Москва очень недовольна, как Си с удовольствием подчеркивает сейчас формулу, не многополярный мир, а биполярный. Нет там никаких Путиных. Эти два человека, находящиеся в очень непростых отношениях между собой, на грани враждебности, они выступили совместным заявлением по существу, осуждающим Путина и предупреждающим его о недопустимости использования ядерного оружия в войне в Украине. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.